Всем привет, с вами Дэвил. Сегодня мы поиграем в игрушку Godus. Я тут немного поиграл без записи. Немного, так сказать, набрался опыта. Так, что тут у нас? Вы приобрели одного верующего, он перешел от Астария, значит, ваша цивилизация счастливее, и гордитесь. Кстати, я еще нашел ихнюю цивилизацию, как там их это называется. Короче, городок их не нашел. Они тут танцуют иногда. У них тут какой-то фестиваль все время проводится. Не все время что-то нет вообще. Так, где тут у нас? Где тут показывается информация? Где тут вообще все? А? Покажите мне это все. Я что-то не помню, где тут называется. Где у них именно? А, вот, следующий фестиваль через 59 минут. Когда у них начинается фестиваль, они там танцуют, поют. Вот такое у них маленькое. Можно сказать, маленький такой городочек. А у нас, смотрите, какой островок тут нарисовался. Кстати, я тут без записи установил алтари. Они собирают автоматически веру. О, уже 10 тысяч у меня тут накопилось веры. Это очень классно. Также у меня есть пшеничные поле. Это все я без записи делал. Это ратуша или что это такое, фермерский какой-то дом. Жопевиль называется. Типа работа. Что-то такое. Рабочий какой-то дом. Домоработников. Фиг его знает. Так, остановился в той серии я на том, то, что вот это вроде бы построил, а дальше ничего не делал. Но я без записи тут. Вот тут где-то маяк активировал. И теперь следующий маяк у нас тут. И у нас вот такая вот территория открылась. Здесь я как раз все это построил. Очень классно. Кстати, что еще понял, то что можно вот так собирать веру. Сначала я вообще не знал этого. Так же как и дерево. И камень. Все это можно вот так делать. Вот так вот убирать, собирать. Что-то вот такое вот классное получается у нас. Да, самые первые дома, это, конечно, все. Они теперь навсегда тут останутся. Прямо развитие какое. Сначала у нас были какие-то там палатки, потом уже из песка вроде бы какие-то тут такие домины пошли. Потом у нас из камня вроде бы хижина какая-то такая. Потом мы пирамиду. Там мы это построили. Роковую. Вот эту вот яму, которая дает нам один кристалл за любого человечка. Там эту человечку нужно вроде бы в жертву там принести. Так, потом уже лачуги пошли. Вот такие вот прям вообще двухэтажные. Вообще класс. Так, а дальше у нас, ну, естественно, вот такой вот дом работников. Хотя вот это вот я не знаю, что это такое. А, нет, это одно и то же вроде бы. Что вот это одно и то же. Ну, вроде бы ничего новенького уже нет. Ну, кроме вот этого вот домика прибрежного. А хотя не, она у нас уже была. Ну да, ничего новенького. Так, там у нас сундук, не знаю, какого бы давать. Надо было вот тут вот ресурсы эти все взять. А здесь у нас должен быть сундук. А сундук нам очень нужен. Я не знаю, у меня правильно там снимается. На весь экран нет. Я имею в виду. Вот у меня автоматически почему-то всегда. Хотя не, слушайте. Нормально все стоит. Все. Наговариваю тут. А я так могу открыть сундучок. Просто у меня всегда автоматически почему-то там ставил другое разрешение.
У меня 1466 на 876. Не помню. Разрешение экрана современно, не помню. Бывает такое. Вот, сейчас мы разберем вот эти деревья. Так, также нам нужны карточки, чтобы дальше продвигаться. Что-то я тут на команде какую-то строил с этим деревьями. Кстати, я не засек время. На время, в общем, не смотрю, походу. Ну ладно. Эта серия, наверное, будет длинной, поскольку я давно не снимал Годус. Всего каких-то там 2 дня вроде бы. 3. Для меня это очень давно было. Так. Теперь камни. Камни тоже нужно убрать все. О! Дерево такое бесполезное. Так. Так. И так ушли все отсюда. Дайте выкопать сундучок. Опа! Только у вас. Люблю эти сундучки выкапывать. Кстати, что еще узнал там? То, что тут розовые ребята, это как бы просто жители, а синие это рабочие. Раньше я это все-таки не знал, но теперь это знаю. Теперь я все знаю. Так, что там со старыми этими? А-а-а. Бегают тут. Они, наверное, нас ведут к своей цивилизации, что не пойму никак, куда они нас ведут, но они не нападают, вроде бы. Дружелюбные ребята. Да и мы не хуже, в принципе, если посмотреть. Что у нас тут случилось-то? Так. Сила. Так, мы можем лес тут сделать. Что мы еще-то можем? Поселения какие-то, монументы. Да, и... Так вот. Алтарь сбора. Так, а я что-то не помню, что нам тут сказали про вот эту местность. Вроде бы тут нужно огнем пройтись или что тут нужно делать, я уж не помню. Чтобы от этого болота избавиться. Это все происходило без записи. Так, что у нас тут? Опа. Оп. Опа. Класс, открыли. Что-то. Скульптуры какие-то. Так, камушек пособираем тут. Хотя у нас и так дофига веры. Ну ладно. Надо бы еще сундучок тут откопать. Буквально такие звуки. Сейчас все будет. Так, давай. Вот он. Все. Опять какие-то тут китайская всякая фигня. Не хочу это все читать. Так. Интересно, знаете. А что там говорится? О! Вот здесь у нас что-то такое образовалось. Значит, тут можно ставить, походу. Так, сейчас. Сейчас мы с этим всем разберемся и что-нибудь тут поставлю. О! Нигер какой-то вышел. Так. Что у нас тут насчет этого всего нет? Никак. Так. Люди тут зарядку делают. Сейчас мы вот здесь вот такую дорожку делаем. Хватит тут с моим курсором прыгать. Уклоняться моего курсора. Какой-то нифига себе, у каждого есть имя. Идет домой, выносливость. Прикольно. А что это такое? Как я это могу все улучшать? Вообще интересная игрушка все-таки. Годус это вообще. Это вам
не какая-нибудь там фигня. Их, устал я уже повторять то, что эта игра не всем нравится. Все-таки она больше для любителей таких игр. Мне лично понравилось, но она не должна. Надо бы откопать вот этот сундук. Ну не знаю, насколько это игрушка затянет. Не знаю. Пока что все нормально. Так, они что-то там беседуют. Не знаю, о чем они там говорят. Вообще никогда их не понимал. Так, давайте-ка как-нибудь вот так все заделаем. Хотелось бы, чтобы тут домены были какие-нибудь. Все это заделаем тут. У нас и так дофига это веры. Некуда делать. Хотя бы что-то такое нормально сделаем. Травушку, муравушку тут. Тут везде расположим как-нибудь. Все будет хорошо. Так. Вот этот вот слой еще надо. Вот этот слой. Вот этот слой. Вот этот. Да. Все. Все легко и просто. Так. Ну вот и домен у нас уже скоро будет. Так. По идее. Здесь вот еще домен даже вместится как-нибудь. Что никак что нельзя тут вместить их. О, пошло дело потихоньку. Может быть еще и это будет тут как-нибудь. Ну, давай. Какие там. Так, ну давай уже тут какие-нибудь расположи все-таки. О, все. Все, и тут домик будет. Мне еще бы хотелось вот тут где-нибудь вместить дом. Так. Клоняется тут пацан какой-то. А нет, это женщина. Так, одного строителя мы делаем, и он идет строить дома у нас. Сейчас они и этот домик построят. Потом еще. И еще. Кстати, вот здесь, может быть, тоже можно какой-нибудь домик сделать. Почему бы здесь тоже не сделать какой-нибудь домик? Вроде бы есть все для этого. Кстати, к нам присоединяется Астари, не знаю, пускай Астари будет. Астари так Астари. Или Астари. Астари пускай будет. Мне так лучше. Куда этот камень исчез? Ладно. Я вроде самому там доломал. Так. Ну так короче, к нам присоединяются Астари. Только где эти Астари? Я, увы, не знаю. Так. Здесь вот. Так, темнеет у нас тут. Прикольно, кстати. Ночь. Все хотят спать теперь. В домиках спать. Аж задевался уже. Так. Вот это все веру нужно собрать. Максимум по 30 этих домов походу падает. Так, сейчас потихоньку у нас пойдет процесс. Несколько домиков тут построим. Кстати, надо бы еще один сундучок тут. Там камень был, я его сломал. Так, давайте-ка показывать еще там, где сундук. Вот он, вот он, наш сундук. Все. Что у нас, есть какие-нибудь карты? Вообще что нет ничего? Че издеваетесь что ли?
шахтеры. А у нас это открыто, нет. А, это не найденный, да? Угу. Все понятно. Это все, что у нас не найдено еще. Сверхбыстрые строители. Может быть, вот эти вот кристаллы тратить на вот эту вот фигню. Посмотрим сейчас, какие наклейки выпадают. Я не знаю, куда еще можно тратить всякие кристаллы. Я вот понимаю, там в Clash of Clans там вообще ни одного кристалла нельзя тратить. А тут непонятно, что я их тратить, только на наклейки, потому что их фиг тут найдешь. Тут столько всего. Нужно открыть это вообще. Он проваливает сквозь землю эти камни. О, еще один сундук, все. Открыли еще. Нашли парочку. Че девать, что ли? Дайте мне вот этот выкупить. О, зато тут смогу. Так. Все. Опять какая-то фигня, не хочу это все слушать. Точнее, не хочу это все читать. Все это полная ерунда. Опа, еще один сундучок. Так они, походу, все время тут только появляются. Ну что тут такое? Я-то иногда не понимаю, что я читал, а что нет. Или это какие-то новые истории тут, не пойму. Вообще нужно глоток сделать. Так. Чат у нас есть. Как хорошо эта статуя работает. Не знаю, конечно, он называется алтарь, но для меня это статуя сбора веры. Как еще это назвать? Так, у нас тут появится. У нас все, еще один строитель есть. Пускай пойдем там поставлю что-нибудь. Вот это вот и это. Кстати, мне показалось то, что тут какие-то дороги уже дома пошли. Хотелось бы взглянуть на следующие дома. Как там астри эти проживают? Что у них нет еще туса, нет? Где, кстати, ребят, которые к нам пошли? Кстати, тут такие водопады. Вообще класс. Мне бы таких водопадов. Да, везет им. О, еще один рабочий есть. Сейчас мы все это сделаем, все построим. О, кстати, тут еще и есть место. Давайте где-нибудь тут, что ли, еще дома построим. Вон же сколько мест. Кстати, тут уже льдины, что ли, какие-то пошли. Лед какой-то. Ну тут уже горы пошли, тут, наверное, чем выше, тем холоднее. Там же лед идет. Потому что там какой-то синий такой оттенок. Так. Давайте-ка вот от этого слоя избавимся. Опа, еще один строитель. Вот это вот все нужно убрать куда-нибудь. Еще одного строителя нужно произвести. Производство строителей. Так. Вот это вот все убрать. Это нам все не нужно.
Задолбали эти уже слои. Сколько можно их уже тут выкапывать? Давайте поклоняйтесь уже. Ой, чуть такое. Ну давайте. Начну тут. Что делать? Ну, шоколад какой-то. Так. Надеюсь, тут еще какие-нибудь дома появятся. Опа. Опа, опа. Еще один строитель. Сколько тут уже домов будет, это вообще класс. Так, еще давайте вот тут какой-нибудь. Давайте тут еще дом строите. Вот сколько места он поставил. Еще дом. Давайте еще дом. Нам нужно больше домов. Так, вот это вот тоже нужно исправить. Так. Тут у нас дом вообще уместится или нет? О, новая карта. Класс. Давайте еще. Усиление веры у деревьев. Давайте что-нибудь откроем тут. Я не хочу тратиться, ну ладно. Давайте потратим. Не пойму, какой толк вот на это вот тратиться именно. Может, на некоторые не надо тратиться. Но мне как-то пофиг. Ладно. И что, я теперь деревья, что ли, буду больше приносить? Давайте попробуем. Плюс один. Пипец, как много. Плюс один. Очень много. Так, давайте тут по 30 собираем. Тут все. Так. Палатки наши. Так, еще одно поле, что ли, можно тут поставить. А, я тут забыл, кстати. Кстати, что за ваяние? Ваяние утеса. Давайте сделаем так. Опа, опа, как сразу. Тут сразу несколько. Сразу несколько. Хотя с бота тут все нафиг убрать вообще. Мне все не нравится. Жутко. Зачем это мне все? Давайте вот эту, вот эту. Вот этих всех ребят тут. Так. И вот от этого вот избавимся. Так быстро теперь все. Может быть, мне кажется. Хотя по одной это как-то не очень. Сейчас хоть что тут пошло. Не, ну вера у меня сейчас теперь очень быстро уходит. Так. От этого всего нужно избавиться быстрее. Он как быстро у меня заканчивается вера. Прям летит по тысяче. По тысячонке. Ну, давай еще один дом хотя бы. Еще один дом. Зачем он сюда? Ну и... Еще что ли надо? Да вы издеваетесь. Сколько нужно для этого дома? Еще немного же осталось получается.
Сколько ж может, да? Тут еще. Вот я уже ничего не осталось. Еще давай, еще. Еще один дом хочу. Нам дома нужны. Ну, еще один дом. Все. Все сделано. Это нам уже не нужно. Так, дары. Дары это у нас. Ну это все ерунда, мне кажется. Так, поселение, монумент у нас. Так себе поселение силы. Фермерское поселение какое-то. Строить он тупой. Сейчас еще несколько строителей будет. Ура. Так, где тут у нас? Еще один дом. О! Это другое дело. Еще один дом давайте. О. Так. Ну как-то так. Ну, в принципе, я думаю, на этом можно закончить. С вами был Дэвил. Спасибо, то, что посмотрели это видео. Всем удачи, всем пока. Не забудьте подписаться.